Глава 4. Духи Ашинвальского леса. 2 дня спустя на опушке Ашинвальского леса. Черт бы побрал этого тралла! Надо же послать своих лучших воинов рубить лес! Он пропадет без меня. Вождь, этот лес какой-то странный. Здесь слишком тихо, и за нами как будто наблюдают. Вы что, духов боитесь? Здесь ничего нет, кроме теней и вековых деревьев. Анадуна Филор. Ты это слышал? Здесь есть духи. Я не боюсь врагов из плоти и крови, но мой топор бессилен против бестелесных духов. Придержи язык и за работу. Для постройки лагеря вождя потребуется много деревьев. Нужно вырубить весь этот участок леса. О как. Ну что ж, давайте этим займемся. Наконец-то. Вот эти духи. Какие они странные, эти болотные огоньки. Может быть, они и есть те ужасные духи, которых вы все так боитесь. Так, давайте будем... Так, шаман этих мудрецов владеет заклинанием мщения. Можно занимать обители духов. На нас напали. Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих тварей нет почтения к жизни. Во имя Луны уничтожим их. Отводим наших юнитов, даем возможность сражаться. Не вижу пока смысла использовать. Женщины! Это же женщины! Да, они похожи на эльфиек, но гораздо выше и гораздо свирепее. Опа-па. Чего хочешь, а? Нам нужно построить срочно Коня золото. Ты хозяин. У нас Косарикова. С удовольствием. Строим тогда. Вождь. Сделаю. Да. Сделаю. Кого убить? Наконец-то! Посмотрим, что у нас вот здесь. Сделаю! Да! Сделаю! Наконец-то! Да! Защищаться, я чую, придется наконец-то. Со всех сторон. Это мне не очень нравится, да. Но что поделаешь. Наконец-то! Да! Наконец-то! Проще всего... Да! Охотно-хотрожопа это. Вождь! Воительницы вернулись верхом на летающих тварях! Против наших волчьих всадников они долго не продержатся! Вперед! Исследование завершено. Кого убить? Сделаю. Главное успевать убивать их. Не проблема. О, здесь что-то есть. Не проблема. Вождь. Здравствуй, добрый орк. Не думал встретить в здешних краях кого-либо из вашей братьи. Как видишь, мы здесь лес рубим, малыш-гоблин. Видишь ли, живет тут неподалеку племя биорнов, медведеподобных тварей, и сильно нам досаждает. Если ты убьешь их вождя, мы будем отдавать вам свой товар почти за даром. Возможно, мы даже дадим вам попользоваться резаками. Я подумаю.
Нет, ну резак это определенно то, что мне понадобилось бы. Наконец-то! Если для этого нужно всего то убить пару бьернов, ну... Сделаем это, потому что... Иначе смысл какой? Я, кстати, очень сильно лоханулся в одном из мест сейчас, но я думаю, что я... Все это дело... Смогу откатить обратно. Дело сделано. Пойдешь добывать золото, и также еще два раба добудешь мне, чтобы я мог построить еще одного, а потом еще одного. Наконец у нас началась добыча золота, потому что с золотом у нас тоже была проблема. И здесь вот надо на самом деле решать. То есть лес-то мы можем добыть весь, но... Это точно не за 5 минут будет. Нужно золото. Нужно золото. Готов вкалывать. Исследование нужно завершено. Золото. Исследование завершено. А теперь надо вот вопрос, да, тоже мы должны будем частично тратиться на исследование, частично тратиться на добычу леса, и то нам в принципе важно, и тут вопрос, куда мы будем тратиться больше, да, то есть. Готов вкалывать. Нам также надо. Чего хочешь? Ну, благо только золото, по-моему, тратить, а нет, все-таки древесины тоже надо тратить на... Установку тех или иных юнитов. Кого убить? Разъединяется вот. На несколько. Иллюзию создает. Да. Говори, кого может. Убить? Что у нас вообще там снизу? Наконец-то. Сделаю. Давайте прогуляемся, пока иллюзия она живая. Наконец-то. Ага, здесь небольшой лагерь. Сделаю. Что тут? Наконец-то. Да. Тут тролль, который возвратится. Да. Что у нас здесь? Сделаю. Здесь еще один. Да. Нас атакуют. Мини-лагерь. Исследование завершено. Угу. Еще мини-лагерь. Еще мини-лагерь. Сделаю. Да. И вот бьерны. Сделаю. Кешки. Наконец-то. Да. Все, шикос. Примерно понял сыт расположение тех или иных ребят. Будем ставить, значит, с... Че надо, хозяин? Вот так вот сейчас мы пока прекратим добычу. Сделаю. Здесь. Да-да. С удовольствием. Здесь. Там, добывать дальше. С этой стороны на нас чисто в теории нападать не будет, поэтому... Может. Я на это очень надеюсь, на самом деле. Но нам нужна армия, так или иначе. Армию без дерева мы не построим, к сожалению. Но благо дерева требуется не так много. Но оно требуется. И это проблема. Вот сколько единственное я помню, здесь мы можем добыть реально все дерево, которое здесь есть. Поэтому... Будем надеяться, что мне это удастся. Дело сделано! Дело сделано! Дело сделано! Всегда все казармы поставим на нашего замечательного чувачка. Дело сделано. Потребуется усилить крепость вас здесь, чтобы была. Это опять же много золота с деревом. Что не есть хорошо. Сулджин будет отмщен. У нас выходят первые юниты. Чего очень хочешь? Хорошо. Так, и нужно думать, куда я пойду дальше. Наверное, мне нужно вот здесь вот где-то ставить еще одну лесопилку, чтобы она добывала весь вот этот участок леса, но нужно разобраться с вот этими ребятами.
Для этого нужно накопить золото и юнитов, соответственно. Нужно золото. Видите, а золото у нас проблемный ресурс. 700 накопил пока что, но... Нужно золото. Я чувствую, не особо намного. Мне еще нужно делать улучшения. Они тоже стоят денег. Волчья тропа ждет. Надеемся, что в ближайшее время за мной никто не придет. Принадлежит орде. Че надо, хозяин? Плюс-минус какое-то время пушки продержатся. Сколько, кстати, будет стоить постройка лесопилки? Лесопилка стоит только золото, это хорошо. Значит, мы еще копим немножко. Кого убить? Ребят, и, наверное, после этого нападем на нижних. То есть вот сюда вот. Потихоньку будем продвигаться вот сюда наверх. Возьмем вот этот лагерь в обязательном порядке, потому что здесь тоже золото. Надо гоблинам помочь, так или иначе. Исследование завершено. Кадоя. Наверное, еще одного охотника за головами. Посмотрим, что мне из этого выйдет. Чего хочешь? Чувак, добывай тогда отсюда уж, а? Зачем ты в километрах каких-то добываешь? Че надо, хозяин? Сделаю. И вы тоже отсюда же добывайте. Здесь будет ближе, как минимум. Волчья тропа ждет. Так, сейчас как раз кадоид. Сужин будет отмщен. Построится кадойка. Здесь бугая. Надо накопить 200, увеличить стальное оружие ближнего боя, чтобы было. Здесь у нас, благо, все улучшено уже. Золотишко они, по идее, улучшат нормально. Посмотрим. В принципе, здесь можно впилить для добычи что-нибудь полезное. Так, ладно. Делаем последнее улучшение. Тем временем принадлежит орде. Вождь. Берем вот этих всех ребят. Нападаем сейчас на нижний лагерь. Наверное, где-нибудь здесь запиливаем лесопилку. Ну, посмотрю еще сейчас. Я думаю, что... Наконец-то. Не будет большой проблемы. Отведу, скорее всего, если там есть юниты под башней их. Наконец-то. А юниты там есть. Сделаю. Поближе к башне отвести. Наконец-то. Сделаю, Вали. Там что-то сильное. Не очень. В принципе, они могут справиться, но лучше давайте поможем. Наконец-то. Начали нападать на них, и они начали нападать на нас. Ну, в принципе, я был к этому плюс-минус готов. Чего хочешь? Поэтому мы построим. Здесь нельзя строить. С удовольствием. Вот так. Да-да. Сделай. Я понимаю, что я это делаю, все не очень хорошее. Че надо, хозяин? Кстати, надо починить, наверное. Вот это здание. Мы таким образом, конечно, не накопим ничего, но... Да. Я надеюсь, что все-таки будет его. Я не помню, может ли атаковать вот это... Вождь, хорошая штука. Это гигантское дерево источает магию. Лучше держаться от него подальше. Ха! Тут что? Собрались трусы? Это такое же дерево, как и все остальные. Рубите его! Ну, не совсем такое же, допустим, но...
типа все ок. Сделаю. Итак, вождь Бьорнов. Племя Бьорнов, живущее неподалеку, терроризирует мирных торговцев гоблинов и отпугивает потенциальных покупателей. Убив вождя этих дикарей, вы окажете гоблинам неоценимую услугу и получите соответствующее вознаграждение. Вот таких вот. Нужно заготовить деревьев 15 тысяч единиц. Чтобы построить лагерь по плану Трала, потребуется очень много древесины. К счастью, поблизости есть неиссякаемый источник этого ресурса, огромный и густой шинвальский лес. Видите? Это же гора древесины! Если найдем еще такие же, распилим их! Дело сделано! Вождь! Да! О, 3000! Уничтожайте деревья! Нас атакуют на для О, банши! Ну, лесные духи! Сделаю! Хозяин? Чего? Прольется кровь! Да сделано! Дело сделано! Ладно. Кого убить? Да. Самый простой способ это сделаю. Просто взять и долбануть их, блин. Наконец-то. Ладно. Да. Будем стоять где-нибудь вот здесь. Сейчас мы наших ребят. Че надо, хозяин? Да. Сделаю. Что вообще мало принесли? Давайте мы из них возьмем только одного. Хорошо. Например, тебя. Поставим прямо вот здесь вот лесопилку. Даже, наверное, не здесь, а все-таки в кустах поближе. Где-то здесь, например. И будем спиливать весь лес, который там есть. Пробуем сделаю. Продвигаться чуть-чуть дальше. Да. Сделаю. Потом таки делится на троих. Вождь, скорее всего, возродится у них. Да. Или нет? Сделаю. Наконец-то. Мы разрушаем здесь все. И мне жить. Да. Наконец-то. Так, очищение указанной области карты, чтобы использовать предмет, щелкните. Сделаю. Он не пропадает. Вообще отличная штука. Можно будет просто очистить, посмотреть, что здесь есть, где. Дело сделано. Так. Исследование. Вы, дорогие друзья, забейте на этот лес. Исследование завершено. Бегите сюда. Здесь у нас полностью все исследовалось. Вообще шикарно. Мы все еще на... Окей. Все еще на задире. Я думаю, что... Нужно золото. Нам нужно золото. А сейчас нам нужно в обители духов построить шаманов и научить их, по-моему, хилить. Потому что шаманы могут это делать. Если мне не изменяет память. Зулжин будет отмечать. Хорошо. Так. Но пока мы стоим здесь... Кого убить? В принципе... Что нужно? Что, не думаю, что есть какая-то проблема. Давайте пробовать потихонечку продвигаться еще сделаю. Дальше. Да. Осматривать этот гребаный лес. Сделаю. В этом лесу мы действительно можем путешествовать куда угодно. Да. То есть он почти весь открытый. Сделаю. Наконец-то. Сделаю. Наконец-то. Но все равно, конечно, будем встречать какие-то отряды. Сделаю. Наконец-то. Ну, по крайней да. мере, они не так сильно наконец-то. Будут разбить. Наконец-то. Да. Сделаю. Так, вот это дерево, конечно, лучше наконец-то. Сейчас убить побыстрее. Потому что если мы его будем Может? Долго долбать, будет да.
очень большая проблема. Дело сделано. Кого убить? Только скажи, рутиевый глупец! Наконец-то! Сделаю! Отлично. Вот еще одно древо. Нас атакуют! Наконец-то! Вождь! Сделаю! Наш город напали. База довольно сильная, скажу вам, друзья. Мы как-то поаккуратнее, конечно. Кого убить? Наконец-то! Да! Но зато теперь нет расходов по армии. Сделаю! Наконец-то! Наш город напали, и мне жить! Трусливый глупец! Пока там отвлекаются на других юнитов. Добьемся, что здесь видим. На наш город напали. Сделаю. Отлично, на наш город там напали, но я думаю, ребята легко отобьются, плюс-минус. Ну да. Нас тем более, что там давно напали. Чего? Да. Да. Сделаю. Наконец-то. Так. Сделаю. Я не помню, что здесь производится древо мудрости, но там тоже что-то было. И мне жить. Наконец-то. Трусливый глупец. Дриады я точно не люблю, поэтому их надо убивать. И мне жить. По крайней мере, я их не люблю, пока играю за орду. А когда я играю, в принципе, не за орду, я не против дриад, мне на них пофиг, по большому счету. Да. А, разбиваем все вокруг. Нам скоро нужен будет этот трудник. Кстати, надо будет очистить его от этих нехороших существ. Сделаю. И мне жить. Вы что, прикалываетесь, что ли? И мне жить. Хватит ты ухилить. Трусливый глупец. Так, ладно, я понял, они мне не дадут его нормально убить. Но мы все равно добьем. Наконец-то. Что вот они еще две штуки были. Сделаю. В принципе, большой сложности. Наконец-то. Да. Сделаю. В получении древесины я не вижу. Да. Особенно если нападать на них, уничтожать через деревья. Наконец-то. Ну вот, если не нападаете, то, конечно, это будет довольно сложно. Сейчас у нас уже буквально вот-вот обвалится рудник. Нужно будет идти сразу строить следующий дом вождей. Строить мы, естественно, его будем вот здесь вот. Защитим его от прихода войск, я думаю. Так. Да. Наконец-то. Попутно. Вот можем, кстати, увидеть, как рудник обрушается. По-моему, этого за всю игру ни разу не видели. Ну, то есть, как не видели? Мы слышали, но не видели. Золотой рудник обрушился. Вот и нет больше золотого рудника. Ладно, давайте здесь в дополнение к тому, что у нас уже есть, построим
Хорошо. Еще парочку строений. Благо, особо нам не на что тратить наши запасы. Так, наверное. Кадоя. И вот так. Улучшений больше нету. Можем, в принципе, больше ничего не делать. Единственное, что нам еще понадобится увеличение запаса маны, скорость здоровья, силы атаки, скорость регенерации маны шаманов, а также обучение ты заклинанию щит молнии. О, кстати, крутая штука. Зул'джин будет отмщен. И тоже ставим на нашего Вождь грома. Сделаю. Наконец-то. Да. Идем потихоньку наверх. Наконец-то. Вот здесь у нас тоже золотишко. Его, кстати, защищать проще будет. Дело сделано. Дело сделано. Сколько здесь золота, правда, не вижу. Куда пойдем? Прогуляйся. Здесь 18 тысяч. Но здесь я уже, в принципе, строю дом вождей. Сделаю. Нас отравляют. Ой, мне вас жаль, ребят. Мне вас очень жаль. Станьте от моих рабов, пожалуйста. Исследование завершено. Спасибо. Так, ну как раз они придут примерно к тому времени, когда дом вождей будет достроен. Кого убить? Здесь кадои. Сделаю. Все круто. Идем сюда, должно потихонечку. Быть, это и есть те самые бьорны, о которых говорил гоблин. Знатная будет битва. Трусливый глупец! Да, сделаю! Так. Наконец-то! Минусинов. В принципе, не так уж сложно, как казалось. Но мне кажется, что с вождем, конечно, будет проблематично. Проблематично. Так, мы выполнили заданий. Вождь бьорнов вернуться за наградой. Окей. Племя бьорнов, живущее неподалеку, терроризирует мирных торговцев. Мы теперь дали возможность им спокойно выжить. Да. И мне жить. Сделаю. То есть, по сути, здесь есть два варианта, как таковых, развития событий. Мы можем либо агрессивным путем добывать деревья, уничтожая здания, либо мирным путем. В принципе, и так, возможность есть. Так, здесь мы, наверное, поставим сюда вот так. Чего хочешь? Вас вот так. Сделаю. Ну и вы будете там добывать, как и вот эти ребята, в принципе. Готов вкалывать. А там уже, я думаю, они построят. Кого убить? Постройте логово. Так. Вперед. Давайте мы сделаем вот так. Чего прикажешь, Локтар? Это тоже туда. Что нужно? Говори, вождь. Вот это будет один отряд. Хм. Это будет второй отряд. Да. Вождь. Кого убить? Что нужно? Хм. Вот так. Говори, вождь. Вождь. Кого убить? Только скажи. Вождь. Отлично. Теперь сюда мы должны еще. Здесь 40 тысяч золота. В принципе, очень хорошая штука. Ерунда. Дело сделано. Не проблема. Вождь. Вперед.
Кого убить? Ну, вы как бы сами напросились, девчата. Постройте логово. А, да, проблема с логовом, как я мог забыть. Ну, вам все равно здесь заняться особо нечего, кроме как добывать дерево, правильно? Да-да. Постройте логово. С удовольствием. Так, и давайте вернемся назад, дабы получить награду. О, книга ловкости. А, кстати, если мы просто будем по кругу бегать, мы получим... Сделаю. Намного больше плюшек. Что нужно? Духи довольно слабые, но проблема в том, что они... Куда пойдем? Дают засыпать. Так, отлично. Все же возвращаемся назад. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Сделаю. В принципе, 90 больше, наверное, не нужно, но на всякий случай построю. С этой стороны на нас, по идее, больше нападать никто не будет. Говори, вождь. Давайте мы разведотрядом просто посмотрим, что у нас в этом углу карты. Чего прикажешь? Сюда пройди. Только скажи. А, премного благодарны. Держи. Эти резаки валят деревья моментально. Вот, и теперь мы сможем спокойно добывать весь вот этот лес. Атакуют. Что нужно? Да? Зак-зак! Табу! Глоктар! Дело сделано! Только скажи! Эй! Так... Здесь не вот кто-то что-то. Окей. Стопу. Чего ну, остался всего один бедный бугай. Табу. Зак-зак. Ну, мы Табу. Так или иначе можем расследовать часть всего этого дела. Табу. Зак-зак. Глоктар. Сквобу. Не уклоняйся, чувак, уклоняйся. Сквобу. Табу. Мне главное книжки, если есть, типа забрать книжки, было бы неплохо. Табу. Он, к сожалению, скорее всего, сейчас убьет. Шквобу. Все, ладно, тогда накапливаем армию. Да. Движемся, наверное, вот сюда. Посмотрим, как быстро валят деревья мои подручные. И сколько они приносят нам по итогу. Свалят, потому что они очень сильные. Да. Очень быстро. И приносит за раз очень много. Ну вот, аж по 200 за раз приносит. Двух, кого по сути, убить? Нам хватит на очень многое время, поэтому... Все круто. Нужно золото. Золота больше нет, а древесины еще до хрена. Гоблинский резак можно также покупать, у них же, опять же. Ну, также подрывную бригаду можно покупать. Так. Ну, здесь мне ничего интересного нет. В принципе, можем купить еще двух резаков, и они помогут нам накопить очень быстро нужное количество дерева. Что я, наверное, и сделаю. Кого убить? Что нужно? А пока будем набирать наших юнитов. На наш город напали. Нужно золото. Как мне вас жалко-то, ребят. Вышки-то мои посильнее будут. Совсем немного. Склады древесины заполнены почти доверху.
Джин будет отмщен. Волчья тропа ждет. Сейчас мы добиваем еще последнего, я думаю. Раз он бежит сюда. Чего? Чем могу помочь? Вождь? Кто-то один из вас пойдет за мной. Джин будет отмщен. Наконец-то. Кого убить? Волчья тропа ждет. Да. Чего? Приступаю. Зул-Джин будет отмщен. Быстренько понял. Проходим. Приступаю. Смотрим, ищем. Книги, мудрые, если они слова. Есть. Понял. Волчья тропа ждет. Приступаю. Зул-Джин будет отмщен. Просветить этот момент. Ага, отлично. Ну, куда-нибудь сюда еще пролететь, посмотреть. В принципе, можно вот так оставить. Вождь. Здесь купить еще одного. Послать его тоже рубить лес. Че надо, хозяин? Нас атакуют, нужно золото. Вся проблема в золоте. Ну, в принципе, я в итоге так и не обнаружил, чтобы там было что-то полезное. Что нужно? Так или иначе. Нас атакуют, нужно золото. Так, давайте все-таки вы чего построите хочешь? Мне, наверное, лесопилку. Наверное, вот здесь. Я не буду тогда добывать довольно шустро все это дело. Отлично, на наш город напали, но лесозаготовка завершена. Заготовка леса закончена. Отлично, строим лагерь. Вот такая вот веселая миссия. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока-пока.